Всем привет! С вами Ольга Чернова. И рассказывая о диетах, конечно, нельзя обойти мимо морковных салатов. Морковные салаты можно кушать каждый день. Морковь мы должны употреблять из-за того, что там большое содержание каротина. И вообще она вкусная. И салаты из моркови можно делать разнообразные. У меня самый любимый мой салат — это с морковью. Морковь с сыром и с зеленым луком. Можно заправить чуть-чуть лимонного сока и растительного масла, но я люблю заправлять вот своей обезжиренной сметанкой. Вот я наделала опять свежей сметаны, очень хороший, из нового кефира. Прям кефир сегодняшнего дня взяла. Такой вкусный, такой ароматный получилась сметанка. Опять же, все блюда, которые вот я во время диеты делаю, они очень простые. Натереть морковь, я тру на меленькой терке, на маленькой. Натереть сыр, порезать зеленого лука. Все перемешать, больше я ничего не добавляю. Но любители острых салатов могут добавить сюда немного чеснок. Это тоже хорошо сочетается. Но вообще этот салат, он вкусный без чеснока. Сыр я не солю, потому что сыр сам по себе соленый. Он придает соли, немножко остроты придает зеленый лук. Сплошные витамины. Сыр — это белок, лук и морковь — это наши витамины. Вот это очень вкусное блюдо. И вообще морковным салатом можно заменять салаты капустные. Он ничем не хуже, такой же витаминный. Сейчас осенью, когда морковь свежая, сочная, нужно стараться кушать ее как много, как можно чаще. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И мои вот эти вот блюда, которые я готовлю в тот период, когда занимаюсь осенью и зимой оздоровлением организма.